Я да, подумал, конечно, там такая хорошая аранжировка идет, она такая, знаете, такая душевная, такая, просто сердце раскрывается, дышишь. В общем, мы пели эту песню, она как-то у нас запала в сердце, и, конечно, шли годы, там, мы вспоминали об этой песне, там, забывали, вспоминали, а потом в определенный момент она, и дышишь, и хочется еще дышать. Вот. Ну, в то же самое время она дает повод для размышления, для укрепления, поэтому, так как аранжировка богатая, но мы решили, знаете, как по стандартному, ну, вернее, стандартный стандарт, пойти живым звуком. Живой звук, без, знаете, без аранжировки. Музыкальные инструменты, но у нас есть Паша, который реально играет на этих инструментах, на всех. Ну, попади. Запуталось солнце, ресница твоих, в ладонях ладони, и мир на двоих. Запуталось солнце в ресницах твоих, в ладонях ладони и мир на двоих. Давай любовь свою, любовь в ладонях нести. Она одна, однажды огромнее моря и хрупче стекла. Она благодарна, нас в мире нашла. Всем по машинам.
смотри в глаза. Здесь твои друзья, здесь твоя семья. Всем помаши рукой, посмотри в глаза. Здесь твои друзья, здесь твоя семья. С тобою друг, с тобою брат. Тебе я очень, очень рад. С тобою друг, с тобою брат. Тебе я очень, очень рад. Проходят дни, пролетают года, ты приходи скорей, здесь жду тебя. Пусть проходят дни, пролетают года, ты приходи скорей, здесь жду тебя. С тобой друг, с тобой брат, тебе очень-очень рад. С тобой друг, с тобой брат, тебе очень-очень рад. Чем будешь угощать? Пирогом. С чем? С 8 свечками. Ну нет, это я не ем, что такое 1 пирог и 8 свечей. Лучше так, 8 пирогов и 1 свечка. Каждый нету в нем зла.
хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина. Хорошо, и как счастливы с Богом, не покинет он нас никогда. По тернистым колючим дорогам хорошо с Иисусом всегда. Хорошо, если сердце свободно. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина. Дорогой Отец, я благодарю Тебя, Боже, за воду и любящую. Благодарю Тебя, Господи, за милость Твою ко мне, к моей семье. Благодарю Тебя, Господи, за всех этих встреч, за их семьи, за их добрые открытые сердца. Я благодарю Тебя, Господи, Ты так одарил меня сегодня внимательностью, Ты так мне показалось, как Ты любишь и как Ты... Что обо мне думают и меня любят. Господи, я так тебе благодарна. Спасибо, Боже, за все действия, которые ты совершаешь лично в моей жизни, в моей семье. Thank you.